Всем здорово, пацаны! Сегодня, как вы уже поняли по названию, я немножко ёбнулся, и мы будем крафтить сегодня Dragon War. Со мной сегодня ДК, CSGO, и Лера Мидлер. Это я Лена, привет! Аплодисменты, аплодисменты! Я на самом деле очень хочу сегодня Сайрекс, прямо мечтаю о нем. Давайте начнем закидывать эту парашу в контракт обмена. Такие, ну, нет! Нет, Сайрекс, мы хотели Сайрекс. Я очень хочу Сайрекс. Ну зачем мне Dragon War? Я 10 тысяч отдал за него, но нахер он мне нужен. В какую ячейку лучше положить рыцарь? Давайте считалочкой. Давайте считалочкой. А кто умеет считать? Я просто не умею считать. Я посчитайте кто-нибудь, пожалуйста. Шел крокодил, труп курил, трубка упала и написала. Америка, Европа, Китай, а ну-ка. Короче. Раунд! 6-7. Восьмая ячейка. Восьмая. Все, отлично, отлично. Так, закидываю, короче, шестую вещь. Седьмую. Все, все, рыцарь. Подожди, стой! Нет! Что восьмая? Да, ну, посчитайте, ребят, для пожалуйста. Мне на 8 из 10. А, я знал, да, все. Я умею считать, че, я че лох. Если не выпадет тебе, короче, Dragon War, то можешь вот эти последние пистолеты застрелиться, нахуй. Все, давайте, короче, последние две штучки закидываем. И нажимаем обмен. Обязательно закрась этот нейм. Name да, of обязательно. Да, это вот Name of Resident. Ну там зарубежная буква. Good. Спасибо. Еще закрась, еще прям подлиннее. Еще прям? Закрась весь контракт. А прикинь, реально Dragon War. У меня еще ебал палан треснет. Если выпадет, я охуею просто. Посильнее закрась, чтобы мы точно ничего не видели. Понимаешь, что у тебя 10% шанс? Ну 10% шанса это нормально. Я с 5% шансом крафтил коллаж огненный змей. Все, короче, мы закрасили название. И сейчас я нарисую, конечно же, Габену. Очень красивого. Я прирожденный художник. Сейчас. Я думал, ты член нарисуешь. Ну, ну нет, я не настолько хороший художник. Сейчас еще ему лицо красиво такое. Пирсинг у него. Ну, типа того, может быть, возможно. Фу, этот что ли? Вот смотри, какой красивый. Фу, он секция. Очки ему нужны, очки. Да, обязательно, сейчас очки. А вот видишь, где контракт? Видишь название контракт? Поставь молодежные скобки две. Где? Ну, видишь контракт? Видишь контракт, да. Блядь, не вижу. Сон траст. Вот, скобочку принесу ему, типа улыбаемся. Вот здесь? Две, да. Да, две. О, типа ты на позитивчике? Да, нет, что ты сделал? Нет! Это типа ты тролляка, если нолик. А когда скобочки, это молодежные. Молодежные, блядь. Напиши Dragon War и все. И где подпись? Бля, ну ладно, сейчас, короче, нарисую здесь. Очень красиво, прям понятно. Ого, пиндосские буквы. Ой, смотрите, боже, как красиво. Пиндос. Россия не любит. В смысле? Давай, это давай, красиво. Все. Ладно, вы готовы? Рыцарь за 10к. Сука, я сейчас отправлю его. Все, мы нарисовали, короче, красиво. Я сейчас отправлю контракт. Давай. На счет 3. Раз. 148. Что дальше? 3, во. О, все, короче, крафтим. Опасно, бля. Я, короче, не буду смотреть. Сейчас. Да, не смотри, глаза закрой, глаза. Да, я не смотрю. Бля, там по-любому Сайрекс, я отвечаю. Тихо. И. Dragon War! Да! Dragon War, да! Да! Охуенно! Пизда-то, да! Наконец-то, блядь! С первого раза Dragon War скрафтили! Охуенно просто! Обязательно, друзья, лайк поставьте, это просто жесть! Асима, блин, чувак, я ж вспотел. Ладно, друзья, тут нам нихуя просто не повезло. Ну, в смысле, как не повезло? Нам Dragon War, конечно, выпал, но немножко не тот, который мы хотели. И чтобы выпуск не получился такой короткий, мы сейчас, короче, пойдем открывать кейсы на сайте. Вот мы, в принципе, уже и на сайте. У нас сегодня баланса 2700. И я надеюсь, что нам на самом деле сегодня выпадет что-нибудь пиздатое с сайта. Итак, с чего, короче, начнем мы открывать наши кейсы? Как вы думаете, с чего лучше начать? Тайная. Да, давайте тайны открою. Я тоже хочу тайны открыть, потому что там реально охуенные просто шмотки падают. Может, плюс... Книф упадет. Да, вот этот вот. Вот этот шлак, конечно, упадет. Он уже выпал, смотри. О, я уже выиграл. Ура, если вы видите, это не обман. Я как всем шукару. И он еще такой, отходит такой, слушайте. Поставили, короче, плюс 30% к шансу. И давайте откроем. И что нам попадает? Dragon War, блядь, прилетел. Да. Четко.
Ладно, продаем-то говно, пока там Семченко кричит. Че, еще откроем, наверное? Да, попробуем. Давайте, короче, сразу. Да, я продаю. Конечно, блин, что мне это говно, что ли, забирать? Плюс 30% к шансу у нас до сих пор стоит. Посмотрим, что выпадет сейчас. Книв. Ага. Ура! Ура! Еее! 89 рублей. 89 рублей. Отлично. Отлично. Просто разбогатели. Может, засекреченно откроем? Не надо. Нет, я хочу, короче, засекреченно тоже открыть. Давайте попробуем. Плюс 20% к шансу поставим, короче. И чё? Чё? Посмотрим, что выпадет. Блин, мне в уши бьет звук, когда открывается. Так. Давай. Ай, блядь, говно какое-то, походу. По-любому не ждешь его стоит. 500, нет. 34 рубля окупились. Неплохо, продаем. 34? Жесть, 34 рубасика. Я, короче, думаю, коллекции хочу коллекции открыть. Давайте откроем Хунцман. Хунцман выпал, най. Нинцман. Я хочу Хунцман. Нинцман. Нинцман, да. Нинцман, Шиапон, Сосе. Шиапон, Сосе. Сосе, давай, открывай Сосе. Все, давайте, плюс 30% к шансу поставим и откроем. Открываем, давай. Че это пиздатое? А что тут падает? Я не знаю, по-моему, шлак. Нет, 10 рублей, 20 рублей, 10. 7 рублей! Жесть. Жесть, это мы себе забираем обязательно. Давайте, короче, попробуем еще хромакейс открыть. Хрома. Там прикольные ножи, а здесь есть ножи? Нет, здесь нет ножи. Ну, конечно, он, блин, стоит 115 рублей. Снрома, Сосе. Снрома, 2 Сосе. Открывай. И шо? Шо тут у нас? Шо це таке падает? Ща банановое дело выпадет. О, нифига. Банановое дело. Ванга, Ванга. 67 рублей. Ну ладно. 100 рублей. Ну не сильно в минус ушли. Ван, продаем. Все равно это параша. Мне, в принципе, ну не параша, нужна. Параша. Давайте еще тайны еще откроем. Тайны. Уже к тайному нужно вернуться. Короче, сразу открываем. Здесь пандоры падают, тайны. Давай. Пожалуйста. Сейчас нож, короче, упадет. О, жестко, кровь в воде. Кровь в воде. Хуя, чего, блядь, 1300, это говно, 1300 стоит. Мне подаришь, лол. А, ну ладно, как с удовольствием. Что там выпадает? Посмотри внизу. Да, давай. Что вообще здесь выпадает? Давайте посмотрим в тайном, что выпадает. Ножи, пистолет. Ножи. Ну, вот ножи. Пистолет новый, очень клёвый. Да, я глок хочу. Да, я хочу, он вообще реально крутой. Где он вообще? Вот он, бля, вообще пиздатый. Реально очень клёвый, реально глок. Пиздатый, но он стоит дорого. Ладно, давайте, короче, поставим плюс 10%. Вон, плюс 30% шанс поставим и откроем. Касик. Бля, пролетел калаш. Нет, 100 рублей. Пяшка пролетела, да. Это 100 сука, 90 рублей. Что-то нам вообще не прёт сегодня, на самом деле. Нихера нормально, в принципе, никого. Давайте засекреченное попробуем открыть. Давай попробуем засекреченное открыть. Да, засекреченное. Да, наверное, засекреченное, наверное, да? Или лучше, да, или лучше засекреченное? Засекреченное, думаю. Да, я тоже думаю. Давайте, короче, откроем его. Да, засекреченное. Все, полетел засекреченный. И что тут у нас? И что она падает? О, вот это, возможно, кстати, дорого стоит. О, возможно. 800 рублей, 800 рублей. Косарь, блядь, Factory New, сука. Factory New. Factory New, жестко. Это же он мне отдаст, короче. Это мне. 567 рублей у нас осталось. Она два раза хватит. Тайное оружие, да. Да, возможно. Можешь ее продать. Ну, что-нибудь еще, чтобы открыть, да. Короче, открываем тайное, давайте. Открываем. Открой, да. Сейчас книф упадет. Смотрите, книф. Книф. Сотка инфо. Книфе тут не падает. О, на, нож! Нет! 86 рублей. Давайте его Operation Wildfire откроем под конец. Давайте, короче, откроем. Последний кейс наш, походу, сегодня. Надеюсь, что что-то нормальное выпадет. О, это все просто. Нет, почти книг. Я купил. Спорим. О, окупился, жесть. Я окупил. Окупил. Ребята, если вы хотите еще Craft Dragon Lore, то обязательно поставьте лайк под этим видео. Напишите клевый комментарий. Подписывайтесь все абсолютно на ДК CSGO на остальных. Нет, не подписывайтесь. И будьте счастливы, здоровья, счастья, внуков хороших, зарплаты хорошие, пенсии стабильные. И с днем рождения. С днем рождения, 5 мая, с первым днем лета, с мамой, с папой, которые умерли. Всем пока. Ой. Пока. Пока. И да, друзья, если вы еще хотите какой-нибудь подобный дорогущий крафт, то обязательно поддержите ролик лайком. Давайте наберем здесь всего лишь 10 тысяч лайков, и примерно через месяц я сделаю какой-нибудь крутой крафт. Ну что ж, а с вами был MoreGames, всем удачи и до скорых встреч!